Спасибо. А теперь ты будешь жить здесь. Да, у тебя новый дом теперь. Сейчас покушаем, да? Речунь, водички попьешь. А если ты хочешь? Скажите, пожалуйста, как давно вы на канале Зоомама? Да недавно. Недавно? Дочка меня вот отправила на канал, подсадила. И как вам? Мне канал понравилось. Да. А Ричика? Ричика я увидела сразу. Еще один карапуз бегает. Да, карапузика. Ну, канал очень хороший, очень нужный. Тем более вот в наше время, чтобы люди не оставляли животных, всегда находили дом.